Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня есть очередные новости об обнове, и я не знаю, самое интересное, если это будет так, то введут вторые скины. Ну, ничего себе, малышник, видите, как везет. В общем, введут вторые скины, и с одной стороны это печально, с другой стороны... Так, а что там у нас уже кто-то 4 понабивал. А с другой стороны, это интересно, что же они все-таки дадут и каким образом можно будет их получить. Есть инфа на Твиттере, сейчас я вам открою. Не буду я загружать картинки отсюда. Вот такая вот инфушка. Образ, облик Фреи. Самое интересное, если можно будет его получать способом сбора дальнейших обликов, то есть тех, которых у нас есть, то это очень печально. Если он будет даваться просто чисто как визуальный, это совсем другое. Ну, то есть, по сути, безнадобная вещь, как по мне, это бесполезная вещь будет. А если это будет реально качаться за дальнейшую прокачку, как сделаем у нас с прорывом был, 20 сделают до 30, вот это еще будет печальней, потому что ну, нереально без донату даже докачать до 10-10, хотя бы первый облик получить, и то уже хорошо. Посмотрим, что с этим будет, но самое интересное дальше. Будут введены новые гильдейские здания. Сейчас я вам попробую тут уже захватить картинку. Вот такая вот картинка, и будут введены новые гильдейский хаб, где мы сможем получать определенные плюшки гильдии, то есть гильдейский магазин, вот это самое интересное, и там будут продаваться какие-то плюшки, ну, по сути, для развития вашего аккаунта, и вот это самое, скажем так, интересное. Посмотрим, интересно, какие плюшки. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но это уже интересно. Вопрос только, каким образом, опять же, и как. Также будет какие-то усиления по поводу замка. Короче, посмотрим. В общем, куча-куча разной дичи добавляется. Я не знаю... Добавят по-любому у нас облики, и вопрос, что они сделают. Нового героя добавят. Может, это будет сестра Фреи, я не знаю. В общем, в этом плане пока, к сожалению, ничего не понятно, не ясно, но думаю, в дальнейшем мы скоро узнаем, что же нас все-таки ждет. Так, окей, поехали на нашего любимого смотрителя, добьем его, ставим хотя бы одного, поставим питомцев, которые работают независимо. Так, раз Лугич. В общем, я не знаю, опять же, обнова, непонятно ничего, ну, по сути, как бы, как непонятно, понятно, но просто, что будет дальше, чего нам дальше ожидать, честно скажу, ну, так я играю, чисто в удовольствие, я не задрочу так, как раньше, но интерес пропадает, в принципе, у многих, многие уже просто тупо забили на игру. Потому что никакого, скажем так, интересного развития дальше нет. Такс. Так, кто у нас тут еще этот? I
Сейчас попробуем добить смотра и попробуем. Ай, блин, усиление не взял. Хотя, в принципе, думаю, нам хватит времени. Но, к сожалению, усиление не взял. Надо было взять усиление. Попробовать еще с ним. Может, с ним больше чуть-чуть получится набить. В общем, опять вернемся к обнове. Что я могу вам сказать? Реально, это все печаль. То, что добавят гильдейские плюхи, это круто. А вот по поводу скина, печалька. Что если это будет действительно прокачка свыше 10, то это вообще гониво для большинства. Если это будет новый скин, смысла в нем не вижу. Опять же, он будет за донат. Самый, как бы, для меня оптимальный вариант и, наверное, самый интересный, это просто дадут скин, типа новый облик. Вы сможете его просто использовать без всяких умений. Это было бы... И то, опять же, я думаю, для многих из вас это неинтересно, потому что... Какая разница, как выглядит тот герой? Да, там можно, главное, чтобы он был обалденный, как, например, там Лазуля, либо Космо. Добавят там, будет он так выглядеть или иначе. Ну, мне, честно говоря, не особо поигрался там первые дни, когда выходит скин, вот он классный. А потом это все как-то, ну, так, есть там тот облик, нету облика. Единственный плюс от облика, то, что мы можем иметь там два таланта. Возможно, будет открытие там третьего таланта. Для героя, типа, покупаете, и вам дают третий вопрос. Каким образом это все будет осуществлено? Как это сделают? И вот это будет самое интересное. А так, честно скажу, лучше поиграть, пофаниться в баллет, который мы вчера играли. Больше фана, чем сидеть задростывать в битве замков. В общем, не знаю, пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете, но, честно скажу, от обновы до обновы не радует. Все больше и больше людей уходит, и они не меняют ничего, не добавляют новые какие-то темы, которые никому не интересны, даже донатам. Добавили они эти апекс камни, ну, прокачал я 30-е прорывы, там 10 героев качал. Дальше смотрю, ну, оно того не стоит. Оно не дает никакого ни преимущества. Смотритель как шатал, так и шатает. Да, там покруче ты себя чувствуешь в каких-то локациях. Но опять же, это все относительно. А влить ресурсов на одну прокачку надо очень много. Без доната разрыв между донатом и без доната просто колоссальный. Еще при введении 12 скиллов. А сейчас то тем более 20-е, 30-е прорывы. Ну, смотря, конечно, какой сервер. На английском сервере как бы с этим напряга нет, но вот на других серверах реально печалька. И ты ничего с этим не поделаешь. Не понял. Оно дает только бонус, когда у тебя шанс. Это ужасно просто. Просто реализация ни о чем. Вот, в общем, вот так вот, ребят. Не знаю, пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Ну, реально, нафиг мне эти новые здания. Сделайте, блин, то, что есть, сделайте просто, оптимизируйте. Чтобы это было как-то повеселей, поинтересней. Атаку фортов, блин, лучше бы запустили там 2-3 раза в неделю. Было бы больше фана, народ бы хоть как-то фанился. Это битва гильдии проходится в 1-2 героя. Неважно, какие прокачки. И ты сидишь на это все смотришь и понимаешь, что, ну, получается, с каждой обновой они убивают игровой процесс, который изначально был более-менее там хоть как-то сбалансирован и интересен. Своими нововведениями и прокачками героя. То есть герои на сегодня не соответствуют той игровой схеме, которая у нас уже существует. Поэтому посмотрим, сколько мы еще поиграем в IGG, в Castle Clash, но есть куча других игр, которые, ну, реально стоящие, и есть смысл их поиграть, побегать, пофаниться даже. Вот я же говорю, к примеру, вчера мы на стриме, там хоть нас и мало осталось, там 7 человек, но мы нормально пофанились друг против друга. Здесь у нас в игре, к сожалению, этого нету.
То есть каких-то локаций, где можно там гильдийские локации, либо общие, где можно реально пофаниться группой. То есть кроме атаки фортов, и то опять же атака фортов, вроде и денег нормальные IGG получает с Castle Clash, но они никак ее не развивают в плане фана для людей, для бездонатов, то есть какого-то развлечения. У нас чисто тупо обнова, донат, прокачка новая, новые герои, новые прокачки и так и далее, все по шаблону, все стандартно. В этом плане, к сожалению, у нас ничего не меняется. В общем, пишите комменты, будем смотреть, ждать обнову уже и делать обзорчик. Всем удачи, всем пока.